Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на модель компании ACM, новинка под номером 24015. Это у нас модель T-Speedster. Все знают, что это модель Ford. И модель у нас в 24-м масштабе. Вообще, данная модель T, она выпускалась в огромном количестве корпусов и кузовов, как это правильно сказать. Но один из вариантов был еще у нас вот такой спортивный вариант, как называется, спидстер. Давайте с вами откроем нашу коробочку и посмотрим, что у нас находится внутри. Первое, что мы видим, это у нас коробка из глянцевых, красивых фасад. Где у нас находится под ним коробка из плотного картона. В коробке у нас один пакет с цветниками и еще. Давайте начнем обзор с инструкции. Первым делом покажу вам номера цветов, необходимые для окраски данной модели. Инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Первая у нас страница глянцевая, все последующие матовые. На первой странице у нас технические характеристики данной модели и палитра Revel Tamiya. Далее у нас мы открываем, у нас на развороте обзор литников. Красным обозначаются неиспользуемые детали при сборке. И начинаем нашу сборку. Хотел бы обратить ваше внимание на инструкцию, что инструкция выполнена достаточно подробно и каких-либо проблем при сборке возникнуть не должно. По количеству деталей и вообще в принципе уже видел много сборок модель Т, так называемая, от компании ACM. Могу сказать, что проблем данная модель не доставит при сборке. Ну и наш вариант краски, он у нас один. Давайте сделаем наши литнички. В наборе у нас так получается. В наборе у нас 4 литничка. Вот такие. Литник с прозрачным пластиком. Еще один литник с прозрачным пластиком. И наша резина. Резина выполнена у нас. Так, из резины. Белого цвета. Хотел бы сразу обратить внимание на приятный белый цвет и почему-то на 6 колес. Интересно, почему, не знаю, но видно про запас. Поэтому так, каких-либо, давайте, раз уж у меня эта резина в руках, покажу вам ее. То есть тут у нас 6 колес, и первое, что скажу, каких-либо дефектов у нас на них нет. Давайте посмотрим далее. Хочу обратить внимание на небольшое количество деталей и качество стыкуемости, поэтому эта модель достаточно будет быстро в сборке и оставит вам точно приятные впечатления. Про мелкие детали сразу скажу, отлито замечательно. Так, у нас толкатели тут внутри. На данном литнике все у нас хорошо и чисто. Так, это у нас
Двигатель тоже интересно детализирован. То есть, наверное, капота можно как-то сделать открытым. Скорее всего, будет. Или какой-нибудь придумать вход отравления, думаю, скоро. И можно сделать, будет открывающимися вот наши капоты. И чтобы двигатель показать на все обозрение, на красивое. Давайте дальше. Наш следующий литник. Тут у нас присутствуют два логотипа Ford. Каких-либо дефектов на данном литнике нет. Тут у нас так, сидушки получаются. Нет. То есть тут у нас с первого, кажется, что толкатели будут. Но вот эти элементы, они, я так понимаю, сюда будут приклеиваться. И уже толкатели их не будет видно. Поэтому шпаклевки тут не потребуется. Так, ну, тут толкатели тоже на внутренних частях элементов. Пролито все хорошо. Далее узор у нас литника с дисками, скажем так. То есть тут у нас есть, ну, думаю, что называется спицы. Спицы у нас сделаны хорошо, дефектов на них нет. Ну и наш последний литник. Также у нас присутствуют два логотипа Ford на радиаторе. Так, мелкие детали пролиты замечательно. Каких-либо дефектов нет. Ну и обзор. Прозрачная пластика, пластиковая схема. Мне прозрачно нравится. Качество в бытие. То, что сделано высококачественно. И да, никакого искажения. Ну, сейчас посмотрим. Да, даже искажения никакого нет. На данной модели, насколько понял, только в одном месте будет идти это остекление, вот это круглое. Ну еще, скорее всего, на фары. Давайте также посмотрим. Что у нас находится. Также отличное стекло, прозрачное, все видно, без искажений. Вот. Так, на этом бы я хотел закончить обзор данной модели. Друзья, если вы любите 24-й масштаб, особенно 1000, скажем так, 900-е годы, когда выпускались модели фирмы Ford Model T, то эта модель, она будет украшать вашу полку. Не задумывайтесь, приобретайте, дефектов не обнаружено. И думаю, при сборке у вас проблем не возникнет. Всем спасибо, всем пока.